Президента контролировала работу с обращениями граждан. Теперь она будет формировать информполитику в качестве министра. Тридцать тысячи человек из Туркестанской области эвакуировали за 3 дня. В игре на перегонки с водой жители наиболее пострадавших населенных пунктов успевали брать только самое необходимое – документы и еду. Мы так бежали, мы ночью не спали, мы детей взяли на тележке, на трактор.